Здесь у нас местный Арбат. Улица Main Bazaar. Главная туристическая улица Дели. Тут по вечерам, да и днем движуха. Все ездят на рикшах, торгуют всякой всячиной. Главное научиться уворачиваться от мотоциклов, рикш, машин. Товары здесь на любой вкус. Дружелюбные индусы. Вот тут жарят что-то. Ой. Там. Что-то жарят. Как бы тут он не наехал. Надо быстро перескочить. Вот. В основном здесь живут туристы. Вся инфраструктура для них. Цены, естественно, тоже завышены по сравнению с остальным городом. Но можно найти и подешевле. Для этого надо заглубиться в какие-нибудь стрёмные улицы боковые. Этот продает какие-то хитрые фонарики. Тут, видимо, лавка для любителей. Вот. Туалет. Нормальный такой индийский общественный туалет. Тут люди ссут. К сожалению, видеозапись не передает запаха. Ой. Если удалиться от главной улицы, то постепенно будут более мрачные места. Встречаться такие вот. Это индуистское какое-то святилище. Здесь тоже интересные люди. Туда мы ходить не будем, мало ли чего. Вот. Мы туда не будем. Незамысловатая парикмахерская. Фабрика кухня.
Хай. Здесь тоже народ тусует, но это уже не совсем туристы, а в каком-то смысле вообще не туристы. Вот так выглядят типичные кварталы старого Дели. Ох, какой тут запах-то! Вот тоже какая-то большая улица. Такая же движуха. Пропустим рикшу. Вот товарищ ждет пассажиров. Чеснок. Вот что это такое, я не знаю. Еще никак не решаюсь попробовать. Такой вечерний променад по Дели. Цветы, которые в религиозных целях индуистами используются. Гирлянды цветочные и прочее. Закусочная. Просто и со вкусом. Блин. Ой. Ой. Как бы так, наверное, чтобы не задавили. Очень хорошее приспособление для резки огурцов. Помидорчики. Thank you.
Вот, собачка пописала. Но это никого здесь не волнует. Так. Вот. Городское животное. Бойкая торговля. Куда-то я зашел, не пойму. Вроде выглядят как огурцы, но что это такое? Все, пана птички. Все. Трындец. Вот здесь тоже чем-то кормят. А эти птички, в своей очереди, скоро тоже дождутся. Реальная еда. Здесь вообще в Дели такой микс религий. Это индуизм, разумеется, много очень сикхских храмов, много мечетей. Попадаются изредка христианские, главным образом протестантские храмы. Отчет буддийских не видел пока еще. А вот ситхов тут, да, ситхов на удивление много. Ela sai com a sua mão.
Все, больше я никак не соображу, куда я зашел. Да. Ну ладно, будем искать выход.